Здравствуйте, меня зовут Паша Федосеев. Мне 11 лет и живу я в городе Вольске. Моя мама работает в компании «Орифлейм», и я ей в этом буду активно помогать. Как вам, наверное, уже известно, что сейчас рацион большинства детей содержит слишком мало растительной пищи и рыбы и не соответствует рекомендациям нутрициологов. А вы в курсе того, что детям от 3 до 10 лет рекомендуется есть 400 грамм фруктов и овощей ежедневно, а рыбу трижды в неделю? Однако зачастую реальность далека от идеала, и рацион ребенка засорен пустыми калориями, сладостями, снеками и другими малополезными продуктами. Wellness для детей исправит это, ведь он отвечает за ежедневное насыщение детского организма питательными веществами. Я немного расскажу, в чем его уникальность. Высочайшее качество. В состав омега-3 входит натуральный рыбий жир тихоокеанской рыбы, добываемый высокотехнологически и экологически безопасным способом. Подвергается 5-ступенчатой очистке, что обеспечивает поступление в организм незаменимых жирных кислот. И не содержит искусственных ароматизаторов, консервантов, красителей, ГМО, сахара и желатина. Богатейший состав – 13 витаминов и 8 минералов, что обеспечивает всесторонний подход к заботе о детском организме. Wellness для детей просто необходим, поскольку содержащиеся в рыбьем жире полинасыщенные жирные кислоты ряда омега-3 стимулируют деятельность центральной нервной системы, сердца и органов зрения. Омега-3 входит в состав сетчатки глаза, зрительного нерва, светочувствительных клеток и клеток мозга и играет важную роль в развитии зрения. Ежедневное потребление минералов, витаминов и омега-3 в должном количестве обеспечивает ребенка необходимыми микронутриентами для укрепления костей, зубов, заботе о мышцах и развитии ребенка. Как же все это принимать, спросите вы? Это комплекс мультивитамины и минералы. Вот так они выглядят. Нужно принимать по одной таблетке в день. Для детей, которые старше 10 лет, по 2 таблетки в день. Это мой младший брат, его зовут Глеб, ему 5 лет. И сейчас я покажу, как мы с ним каждое утро принимаем омега-3. Берем 2 кусочка багета, 1 чайную ложку, то есть 5 мл. Наливаем, размазываем. И на второй кусочек точно так же. Теперь берем маленькую щепотку соли, солим, и второй кусочек точно так же. Теперь берем и кушаем. На вкус очень вкусно. Мы с братом каждый день едим, и нам очень нравится. Да, Глеб, нравится нам? Без витамина вон будет здорово. Ну вот и все на сегодня. Кому понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Здесь будет много интересного и познавательного. Всем пока!